День работников сельского хозяйства отметили в Актобе. Торжественное мероприятие в честь знаменательной даты собрало порядка 100 представителей отрасли. Лучших наградили нагрудными знаками профильного министерства и благодарственными письмами акима области. Алтынбек Куанышбаев знает все об уходе за домашней скотиной, хороших кормах, сроках выпаса, профилактике различных заболеваний. Признан лучшим работником одного из крестьянских хозяйств Атикибийского района. За вклад в развитие отрасли награжден благодарственным письмом акима области. В этом хозяйстве работаю больше 6 лет. Вместе с помощниками отвечаем за общее состояние здоровья КРС и увеличение поголовья. Летом пасем скот со всей округи. Поддерживает семья. Супруга работает там же поваром. Постоянно помогают дети. Лучших представителей агросферы с профессиональным праздником поздравил аким области Оңдасын Уразарин. В своем выступлении он отметил, что сельское хозяйство в регионе успешно развивается благодаря труду каждого из этих людей. Когда я пришел на эту должность, то сказал, нам надо увеличить население города, а степи заполнить скотом. У Актюбинской области в этом плане большое будущее. У нас есть все возможности. Будь это животноводство, земледелие или растеневодство. Благодаря вам всем эта работа ведется на должном уровне. С начала года сельскохозяйственной продукции в регионе произвели на 277 миллиардов тенге. Увеличилось поголовье племенного крупного рогатого скота, площади орошаемых земель, открыты новые тепличные комплексы и молочно-товарные фермы. С успехом завершилась уборочная кампания. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев. Итоги дня. Актобе.